Наталья Князева занимается волонтерской деятельностью практически ежедневно. В тяжелых условиях пандемии люди пожилого возраста остро нуждаются в помощи. Поэтому Наталья уделяет им время и по выходным, и вечером после работы. Активистка заведует детским садом номер один в Звенигороде. У меня очень дружный коллектив, и коллеги, не только вот педагоги, вообще коллектив, люди с радостью откликнулись и помогают. Сегодня Наталья отправляется в магазин за продуктами согласно поступившей заявке. В этот раз за помощью обратилась пенсионерка Мария Тимофеевна. В волонтерский центр поступила заявка о том, что вам нужна помощь. Да. И я с радостью откликнулась. Вы же меня знаете, сколько лет. Конечно. Господи, это наверное. Это тем более приятно помогать. Да, спасибо большое. Водичка, спасибо, ребята, большое. Водичка, вам. Молочко. И пшено, как вы красивы. Спасибо. Наталья занималась волонтерской деятельностью и в первую волну пандемии. Говорит, что весной заявок было меньше. На то время люди еще не совсем привыкли к заботе со стороны волонтеров. А сейчас ситуация во многом изменилась. Спасибо большое. До свидания. Низкий вам поклон. До свидания. Спасибо, дорогие. Люди поняли, что как бы волонтеры рядом, волонтеры всегда помогут, поэтому не стесняются просить, уже нет такого удивления, и они рады этой помощи. Напомним, что на территории Одинцовского городского округа работает волонтерский центр «Единой России» по оказанию помощи жителям в связи с пандемией. Волонтеры готовы прийти на помощь всем нуждающимся. Оставить заявку можно, позвонив по телефону.